Капуцинский храм Пресвятой Девы Марии Архангельской построен в Виннице в 1746 году в необычном стиле тосканского барокко на средства виннинского староста Людвига Калиновского. 14 сентября 1745 года в Винницу прибыл делегат епископа Луцкого Адам Павловский, заложил первый камень будущего монастыря и осветил крест. 21 сентября 1746 года в город приехали монахи. Финансировал строительство монастыря виннинский староста Людвиг Калиновский, который пожертвовал для этой цели несколько своих имений и деньги, вырученные в судебном споре с графом Потоцким. Капуцинский монастырь был упразднен в 1888 году царскими властями и превращен в казармы, однако костел оставался действующим в качестве приходской католической церкви. Храм был закрыт советскими властями сначала в 1931 году, а затем после возрождения в годы Второй мировой войны снова закрыт в 1961 году после смерти ксёнза Высокинского. Сейчас костел снова принадлежит католической общине города Винница.